Ребята, в общем, тут нашли, строится новый микрорайончик, и у них в вот где они продают квартиры, они построили такое как бы здание, да? Вот этот микрорайончик. Ну, чисто случайно сюда забрели, макет сделали. Просто удивляет, насколько все тут подробно. Вот мы сейчас в этом здании, вот в этом, оно уже, ну, построено. Вот, и здесь же есть примеры квартир. То есть вот, например, можно выбрать, какие материалы ты хочешь сделать, там дверь какая будет, и вот пример квартиры, да? То есть мы заходим в квартиру, которую продают. Вот, то есть, ну, вот такой вот дизайн сделан. То есть, ну, как обычно, да, вот у них кухня-прихожая. Да, симпатично, конечно, симпатично. Да, в общем, шторы раздвижные на механизме. В общем, идем дальше. Что тут есть дальше? Так, это у нас типа как ванная. Интересно сделано, кстати. Так, а здесь у нас... Ага, душевая. Стиральная машина. Унитаз. Да, вот окно будет в душевой, это, конечно, классно. Да, вот у нас шкаф. Шкаф здесь. Дальше вот небольшая спальня идет. Дальше еще одна спальня. Тоже небольшая. Симпатично все здесь сделали. Так, идем дальше. Ага, здесь еще у нас одна спальня. Побольше уже. Здесь еще шкаф есть. Шкаф зеркальный. И еще одна душевая с туалетом. Так, и на кухне у нас есть электрическая поверхность, варочная и газовая, шкафы, большое окно и, пожалуйста, и духовки, и моечная. Да, вопрос, а где холодильник? Ну, где-то, наверное. Может быть, здесь в углу ставится.
Так, вот квартира 125 квадратных метров. То есть при входе есть одна спальня сразу же. Такой классический стиль выбрали дизайна. А вон у нас через окно видно 92 квадратных метра квартира. Ну, сейчас туда дойдем. Слоники у нас тут. Да, симпатичненько тоже так. 125 квадратных метров. Мы сейчас живем в квартире, сколько, 75 где-то? Да, где-то 75. Ну, нравятся мне вот эти кухни с окнами, которые на улицу выходят, конечно, классно. Так, вот у нас еще есть тоже интересно сделано раковинка. Получается, как в прихожей. Раковина в прихожей. Интересный вариант. Вот душевая у нас прямо идет. Душевая с туалетом. Ну, маленькая. Все такое маленькое здесь. Ну и детская сделана. Интересно. Так, ну что, идем смотреть на 92 квадратных метра. А, вот еще одна спальня у нас. Еще одна спальня. Это спальня родителей. Вот шкафы интересно сделаны. Да, и здесь получается, да, еще один санузел для родителей. Классно. Удобно. Да, вот такой вот. Тоже душевая. Но в Китае практически не встречаются ванны. Редко кто их делает. То есть душ этого достаточно. Гардероб. Вот. И спальня родителей. Тоже в классике сделан дизайн. Интересно. Ну, маленькая, конечно, спаленка. Небольшая. Но вопрос, нужна ли она больше. В общем, идем смотреть на 92 квадратных метра. Что там? Так, 92 квадратных метра квартира. Идем смотреть, что там. Так, ну сразу при входе у нас здесь небольшая кухня. Интересная планировка, кстати. Небольшая кухня. Вот закрывается, вот двери раздвижные. Нужно подвигать. Что-то не две. Ага, вот. Двигаются, но что-то какой-то упор стоит. Может закрыты, чтобы не двигали. Тоже интересный дизайн в современном стиле. Так, вот у нас в прихожей возле двери шкаф есть.
Так, и дальше вот у нас туалет. Идет туалет с душевой. Я думаю, здесь санузел будет один, да. Туалет с душевой. Да, небольшой, совсем небольшой. Но, в принципе, достаточно его. Так, и налево вот небольшая спаленка. Вот такая вот. И направо тоже у нас спальня родителей. А здесь вот сделали панель для проектора. Тоже есть шкаф. Шкаф есть здесь. Отдельно стоящий. Вот, в принципе, все. Интересно, площади меньше 90 квадратных метров есть или нет? Нужно пойти посмотреть. Вообще симпатичная. Квартирка симпатичная. Вот 119 квадратных метров квартира. Большой зал. Тут у нас санузел сразу идет. Интересно, раковина сделана. Ага, две раковины. Даже здесь в санузле есть раковина. Душевая. Так, и спальня родителей, скорее всего. Вход такой. Так. Ага, вот кухня здесь отдельно сделана. Тоже есть окно. Мне нравится, когда в кухне есть окно. Небольшая кухонька, но этого достаточно. Холодильник здесь большой. Так, а здесь у нас, ага, интересная комнатка такая, интересно сделана. То есть и столики для чаепития, и как спальню можно использовать. Так, спящий пластмассовый кот. Интересно. Так, еще последняя комната детская, совсем маленькая-маленькая. Не знаю, сколько тут квадратов, 6, может. Ну, вот такая вот. Так, ну тут типа холл такой сделали.
Прикольно. В общем, пришел покупать квартиру, пожалуйста, вот возле камина посидеть можно. Он кто-то уже покупает квартиру.